Вы слышите этот звук? Так дышит человек с железным легким. Пол Александр живет в этой барокамере с изменяемым давлением с 6 лет. Это началось в 50-х годах, когда он заболел полиомиелитом. Во время эпидемии его тело ниже шеи было полностью обездвижено, и его поместили в этот аппарат, чтобы он мог нормально дышать. Так было со многими детьми в те времена, когда еще не было вакцины от полиомиелита. Несмотря на свой недуг, Пол сумел окончить школу и поступить на юридический факультет, став практикующим адвокатом. Также написал жизнеутверждающую автобиографию с помощью друга и ручки во рту. Пол на несколько минут может покидать свою камеру благодаря технике проталкивания воздуха в легкие языком. Видимо, в это время сиделка и ухаживает за парализованным телом. В молодости такой прием давал ему несколько часов свободы, за что родители подарили ему щенка. Пол дольше всех живущий благодаря железному легкому человек. Уже более 70 лет.